Конечно, приятно возвращаться сюда, домой, как так сказать, в Черкизово. Хотя прошло не так много времени, 3 года все. А кто приглашал вас в клуб? Президент. Президент звонил, и мы разговаривали, попросил встречи, ну, чтобы я приехал на Локомотив к нему. Встретились, переговорили. Ну, думаю, разговор был не такой длинный. Только что Александр Самедов, немного разговаривая с нами, оговорился, называет вас теперь уже по имени-отчеству. Вам еще непривычно, может быть, такое обращение? Ну, непривычно, конечно. Я попросил его называть коч меня. Либо мистер. Но мистер, говорю, рано еще, попозже чуть. Так что... А сейчас вы вот в такой игровой форме, то есть в тренировочных игровых упражнениях вы собираетесь принимать участие? Нет, я принимаю участие в тренировочном процессе. А в игровых упражнениях, если нужно, там, то, конечно, нейтрален. Главное, не мешать им, игрокам. Буквально пару дней назад слух в некоторых СМИ распространился, что вы можете быть заявлены как игрок. Это реальная история? Это все слухи. Ну, одно могу сказать, что... 10 номер мой. Так и. То есть профессиональная карьера Дмитрия Лоскова уже закончилась? Как футболист? Профессионально, да, конечно. Она закончилась 3 года назад. Но нет мысли все-таки выйти на несколько минут, у вас же всего одного матча не хватает для рекорда. Пусть останется тайной, интригой. Вы сказали совсем недавно, что пока вашей главной задачей не мешать Олегу Пашинину. Вот в чем у вас это еще... было не мешать, это было сказано так в шуточной форме, конечно, наоборот, помогать что-то, потому что у него первый опыт главным тренером, поэтому на него много все навалилось. Главное, помогать надо ему. Всем помощь нужна, так же, как и мне, я только пришел на то. Все для меня впервые. Все приходит с опытом, и помогать друг другу надо. Вы когда впервые задумались о тренерской карьере? Помните этот момент, когда вот пришло в голову, что надо? Когда пошел учиться, когда закончил, ну, в летом, в июне месяце. Угу. Позвонили Ксаков, сказал, что набирается группа, не хочешь ли ты получить лицензию. Я говорю, с удовольствием. Когда узнал, какая группа у нас собирается, было вообще... Вдвойне приятно. А кто был в группе? Были, много было. Сергей Симак, Никифоров, Соломатин, Коновалов, Алдонин, Булыкин. Ну, всех называть у нас. Все, кто играл в сборной, какой-то принимал участие. Вот, была такая группа у нас. Дмитрий Вячеславович, мои коллеги говорили об официальном матче, да, заявке. Они думали провести, может быть, прощальный, полноценный матч? Да все впереди, коллегами? Подождите еще, дайте пока хоть чуть-чуть прийти в себя. Поэтому, потому что, конечно, стресс такой небольшой. В хорошем смысле хочется побыстрее, чтобы все наладилось и войти в ритм работы. Потому что все первый раз и... Все когда-то первый раз начинается. По поводу тренерства, вы летом сказали, закончили, а не было каких-то других вариантов, может быть, ну, как вот там, со вторых лет начинать? Не, ну, были варианты, конечно, приглашали, но сразу начинать с главного тренера я не готов, я сразу отказывался, потому что мне хотелось еще получить какую-то больше информации, как тренера, поучиться у кого-нибудь. С кем-то поработать, помощником, окунуться в эту вообще среду тренерскую, как все выстраивается. Это кажется легко со стороны. Я вот сейчас, раньше как был футболистом, приехал на тренировку. Тебе сказали, что делать, ты делаешь. А тренеру надо заранее уже думать, какая тренировка, какая направленность, что, кто участвует в тренировке, сколько людей. Целый такой, кажется легко, на самом деле голова взрывается первое время. Вы уже как-то участвуете в обсуждениях с Олегом? Конечно, конечно. С первого дня, как первый раз в среду приехал, так сразу начали разговаривать, обсуждать тренировочный процесс. Мы и до тренировки, и после тренировки. Если о насущных задачах крылья как-то уже разбирали, что-то подмечали, или прежде всего от себя будете отталкиваться? Не, ну как от соперника, так, ну конечно, в первую очередь от себя. Соперника всегда нужно уважать, поэтому серьезно.
настрой более как чем серьезный. Я еще раз повторюсь, что нужны очки, победы. Обидная ничья, последняя домашняя с Томи. Конечно, у ребят был такой небольшой шок, наверное. Надо набирать. Чемпионат уже как разгоняется, можно сказать. Поэтому нужно брать очки, особенно в домашних играх. Без усиления реально будет куда-то повыше? Вот у вас опытный взгляд, футболист? Ну, усиление, конечно, нужно, но команда боеспособная, которая и люди все показали, что с ними можно добиваться каких-то результатов хороших. Поэтому все в их руках, но мы постараемся помочь. Сейчас активная тренерская работа начнется. Не будете скучать по охоте? Вы очень большой любитель охоты. Ну, я за три года уже и нарабачился, и нахотился. Поэтому время для охоты всегда найдем. Сейчас же как тренер я могу себе выходной взять, не как игрок.